Друзья, почему я рекомендую косилку Заря? Вот она. Даже еще старая наклеечка осталась. Заря. И я использую с мотоблоком Нева. Это роторная косилка. Почему ее рекомендую? Во-первых, она надежная. За лет 10, даже больше, она у меня ломалась один раз. И я там просто всего лишь заменил подшипники. Копеечные и все такое. Потом смотрим. Я ее не точил. А вот 3-5 лет уже не точил. Даже больше, 5 или 6 лет ее не точил. Вот эти вот ножи. Вот они ножи. Эксцентрики такие, да? Они не точеные. И самое, что интересное, не работал ей 3 года. Она у меня стояла на улице год или больше, или два. И вот такая вот вся заржавела. Я ее раскрутил. Внутри она герметична. Вот. И самое, что интересно, она также безотказно работает и хреначит. Вот здесь вот я вот это косил. У меня все заросло в этом году. Я ничего не садил. Просто тупо все зарастало. И сейчас покажу, как она работает. Единственный минус то ненаточенных ножей. Она что-то местами не срезает. Какую-то мелкую траву. Но вот как видите, как газон, да, она все это подрезала, будучи тем, что она тупая. И вон какая травища, вон травища, да, это вся трава, особенно толстая, срезается. И если ты даже налетишь на какую-то палку, ветку, она не ломается, просто трещит, и все это все равно надежно работает. Тебе просто надо назад отъехать ее или приподнять. Поэтому всем рекомендую косилку Заря, роторную, да, очень надежная штука, 100% лучше, чем всякие эти гребенчатые, ну как на этих, на тракторах стоят. Даже на тракторах я слышал, что роторные более надежные, чем обычные. И сейчас покажу, как она работает. Газ